Право свободного обмена мнениями и возможность реализовать такое право в ходе телевизионных дебатов – один из показателей демократичности общества в стране. Борьба с бедностью в Республике Молдова – такова тема прошедших дебатов на канале Флор ТВ. Сформировать у избирателей мнение о себе пришедшие политики могли в трех раундах. Первый раунд. Каждый приглашенный участник отвечает на вопрос ведущего. Второй раунд. Участники задают вопросы друг другу. Третий раунд. Финальное обращение к избирателям. Всего на три раунда каждому участнику было выделено 20 минут, и политики распоряжались ими, как сочли нужным. Оппоненты по-разному аргументировали свои суждения, стараясь доказать зрителям свою правоту. Кто-то применял метод противоречий, а кто-то посчитал, что юмор – лучший помощник в споре. Однако большинство дебатов прошли в жарких спорах. Специально для дебатов съемочная команда «Флор ТВ» провела опрос граждан и собрала актуальные вопросы для кандидатов в парламентское кресло. У нас высокий уровень бедности, особенно в селах. Дороги плохие, люди голодные, детям нечего одеть, идут в школу голодные. Понимаете, что некоторые люди не могут позволить даже в школу отправить детей? Когда станет жить хорошо? Мы хотим хорошей жизни от парламентариев, хотим рабочие места, хотим, чтобы наши дети работали в стране и не уезжали за границу. Пенсии побольше, высокие зарплаты, чтобы мы могли остаться в Молдове. На поступившие вопросы политики отвечали в порядке, в котором их партия была зарегистрирована в ЦИКе. Всего было проведено 11 дебатов. В них приняли участие 29 человек, в том числе и независимый кандидат. К сожалению, не все приглашенные участники смогли присутствовать на передаче, а значит, не смогли ознакомить избирателей со своими программными целями и ответить на их актуальные вопросы.